Музей-заповедник Горки Ленинские продолжает радовать жителей Ленинского района культурными мероприятиями. В летней череде концертов и фестивалей состоялось выступление столичного ансамбля «Джазовая мозаика» с программой «Сентиментальное настроение». Хорошая погода, приятная музыка и исторический фон музея создавали для пришедших на концерт зрителей особую атмосферу. Стоит отметить, что выступление ансамбля проходит здесь далеко не в первый раз. Каждая встреча здесь с публикой – это всегда такой для меня маленький праздник, потому что понимающая публика, знающая публика, которая, как мне кажется, любит ту музыку, которую я люблю. И поэтому мы здесь находим некий консенсус, с помощью которого мы получаем прекрасный заряд энергии на долгое время. Музыканты исполняют традиционную для джаза музыку 30-40-х годов прошлого века. Среди зрителей были и те, кто просто пришел сюда погулять в воскресный день. Увидев импровизированную сцену, они не смогли пройти мимо и остались на концерт. Но были здесь и те, кто специально пришел на выступление коллектива, чтобы испытать то самое сентиментальное настроение. Вообще джаз – это музыка моей молодости. Как сказать, она тонизирует, в общем-то, стимулирует. Хочется жить, когда послушаешь джаз. Хороший, конечно, джаз. Нет, в общем-то, мне в сущности нравится любая музыка. Я, так сказать, всеядна. Ну, кроме, может быть, хэви-метал. Хэви-метал посетители музея-заповедника вряд ли здесь услышат, но еще раз насладиться джазовыми композициями смогут уже очень скоро. У нас помимо как бы маленького ансамбля есть и большой оркестр, который называется «Оркестр столичный джаз». Вот 27 августа мы тоже здесь будем играть уже большим составом. Так что можно, так сказать, прийти, нас послушать. Начало в 2 часа дня.